Ну, я не знаю, как вам сказать. Я не ожидал этой победы очень сильно. И последние 15 человек. Я ждал, что меня все-таки кто-то обгонит. Тот же Фос. Мы гоняемся с ним достаточно много времени. Примерно, ну, вот полгода я с ним уже езжу. Практически у нас одинаковые результаты. Мне нравится с ними ездить. Достаточно хороший соперник. Но в мире есть еще пару людей, которые я хотел бы отметить. Это американцы, австралийцы и, наверное, это, новозеландцы. Вот. Они одни из самых сильнейших в мире. И мне предстоит в будущем с ними бороться. Ну, что сказать. Победа для меня была очень неожиданна. Но мне это очень понравилось. Это чувство победы, это не как на треке. Потому что на треке я уже выиграл чемпионат мира, чемпионат Европы в прошлом году. На чемпионате мира на треке был вторым. Но вот эта победа для меня значит больше.